Салават Юлаев вернулся с выезда и начал готовиться к двум матчам, оставшимся в чемпионате перед очередной паузой. Результат прошедшей поездки – 6 набранных очков из 9 возможных. Неплохо, но могло быть лучше. В последних играх уфимцы стали забивать гораздо меньше, чем привыкли болельщики. Отсюда и возникают очковые потери. В обороне, может, лучше стали играть, потому что пропускаем тоже. Не знаю. Ну, бывает, такие моменты просто не идет, и большинство, в принципе, не получается. И не 5 на 5, не 4 на 4. Поэтому нужно больше работать, наверное, над завершением тренировки. А еще замолчали лидеры. Например, лучший бомбардир команды Линус Умарк уходил с площадки без результативных баллов сразу 4 матча подряд. Но эта серия прервалась во встрече с Йокеритом. Передача на Капризова позволила Умарку набрать 200-е очко в КХЛ. Возможно, это даст старт череде удачных матчей. Why? No, but sometimes it's like that. Почему я не набираю очки? Я не знаю. Мне кажется, перед этим я набирал очки в 8 матчах подряд. А потом я немного заболел. Иногда так бывает, что шайба залетает в ворота, а иногда не залетает. Я стараюсь не думать об этом, но, конечно, надеюсь, что у меня больше не будет серий из 4 матчей без набранных очков. Итак, 8 декабря Салават Юлаев принимает Куньлунь Ред Стар, а 10 декабря встречается с Амуром. Билеты на эти игры доступны в кассах Уфа-Арены или на нашем официальном сайте онлайн.